Кукла Керолины упала с отвисающей Керолины. Рукой вниз. В следующем кадре рука... Сука, еще раз он исковеркает имя Каролины. Май Нивны с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Долбэк. И это все грехи и ляпы Каролины в стране кошмаров. Я знаю, что вы уже все плюсы. Сначала глянем все грехи, потом все плюсы. Обязательно. Погнали смотреть. Этот мультфильм смотрел? Он великолепный. Насколько атмосферный, насколько... Вот эта анимация... Вау, просто не знаю. Я в восторге был от этого мультфильма. Хотя я посмотрел не так давно, где-то года два назад, наверное, всего лишь. Не знаю, почему я в свое время его пропустил. Пуговица, значит, упала. А отскочить от поверхности она не хочет? О, блин, минус физика, понятно. Ниточки были оторваны, и после этого пуговицы подняли вот этими иглами. Как вообще баланс удерживается в эти секунды? Если вот так высыпать песок, то он должен наполнить голову, а затем высыпаться, а не так свободно через шею проходить. Ё-моё, ну физика просто подводит. Угу, вот эти ржавые затупленные ножницы так свободно режут ткань, чё ещё расскажете? На банкноте в $1 изображен Джордж Вашингтон, а не какой-то там, ну не знаю, режиссер этой картины, например. На машине куча вещей, где-то сверху есть ветки деревьев. Но если смотреть сверху, то ни вещей на машине, ни дерева поблизости нет. Кто там? Каролина, персонаж, которую всю картину выставляли очень смелой, что не боится всяких фриков, испугалась мяуканье кошки. Даже какая-то палка смогла... Поверьте, кошки опасны, в гневе их нельзя гневать. Правильно же делают, что боится. Освоить джутсу клонирования. В покадровой анимации, где нельзя передвигать куклы и предметы декора, велосипед и маска скачут между кадрами в сценах за пару секунд. Куролина расставляет семена куролина? Но при повороте она уже в шаге. Когда ты куролина такой, куролина. От этих семян. Какие еще куклы? Привет, пап! Мультфильм вышел в 2009-м. Хоть мы только что и видели современный ноутбук, отец Киролины почему-то печатает хоть и на старом Киролины. Компьютере, но на каком-то неизвестном софте. Нет, ну это что, командная строка? Джентльмен, ничего? Да нет, просто... Не знаю, просто он... Странный человек. Кто не слышал о Ворде? Кто вообще печатает статьи на черно-зеленых экранах матрицы? Лампа освещает стол ярко-ярко, но в следующем кадре, ну, значительно тусклее. Кукла Керолины упала с отвисающей Керолины. Рукой вниз. В следующем кадре рука... Сука, еще раз он исковеркает имя Каролины. Лежит вдоль тела. У отца на столе сверху троллит, был оранжевый троллит. Журнал. Стоит ему схватить блокнот, как сверху уже синий журнал. Техника подмены. Учиться руками, да-да-да. Многоножки и мухоловки не наполнены огромным количеством желе, чтобы прям вот так можно было ими обмазываться. Где ты прячешься? Это что, проволока, что держит падающие предметы? Кружка то перед мамой, то прямо к ноуту. Реально, что проволока, ли? Что держит... Обалдеть! Ну, все равно, слушайте, это незаметно, ну... Да, сука, сложная работа, если так посмотреть, какая сложная это все-таки работа, вот эта покадровая анимация, я не знаю, это такой труд. Падающие предметы? Кружка то перед мамой, то прямо к ноуту слева от мамы подлетела. Пропорции подушки и головы Куролины меняются между кадрами. Куролин. Вперед, колпаки. На фотографии с Роном и Гарри Поттером творится какая-то магия вне Хогвартса. Сначала в имени Каролины последняя буква заменена тройкой. Стоит Каролине взять фотографию, как там уже буква Е. Да и цифра 3 вернулась обратно да. К числам 7.30. А может у этого есть какой-то смысл? Привет, Каролин! В момент, когда другой папа, опираясь на клавиши, повернулся, звука от самих нажатых клавиш не было. Это пианино играет мной. Оп. Если перчатки наделись задом наперед, то при этом повороте другому папе сломали бы позвоночник. Или шею, как минимум. Бабинский, бабинский, бабинский.
новый сыр. Сыры прилетели с разных стран, но прикол в том, что посылки даже с одной страны чаще прилетают в абсолютно разное время. А с разных стран уж тем более вряд ли одной партии привезут. Крышка Она там просто лежит уже годами. Ящика просто лежит на ящике. Через микросекунду уже открыта и лежит поперек на ящике. Надо, кстати, показать, если как Каролина зацепила. Если мистер Бабинский русский, то почему у него флаг не Рашки или Нерушимого Союза, а Черногории? Во вселенной Каролины вместо тумана у них там испарение жидкого азота. Сначала конфеты пуленепробиваемые, бетонные, но после падения уже рассыпались адекватно. Другая мама трясет терку для сыра, но оставшийся сыр не встряхнулся, а просто обрел коэффициент преломления, равный коэффициенту преломления воздуха. Вот мы его и не видим теперь. Яблоко направлено веточкой к выходу холодильника, но теперь уже обратно к стенке холодильника. Необычное блюдо. Кошмарище. Мама встала напротив двери холодильника. Но вот этот магический жест пальцем, видимо, печать для техники. Вот она и переместилась на шаг от двери холодильника. Где другая мама? Я хочу попасть домой. Воу-воу-воу, стопэ, подождите, это какую ноту он прожимает? До... Это до первой октавы? Так. Сейчас будет проверочка. Музыкальная проверка. Вот это до. Нифига это не до, это фа диез. Это фа диез, мало октавы. Ты мразь, а? Обманщик, 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 обманул музыкантов, капец. Вот это... По-твоему? Ну я выбираюсь отсюда. Вот что я творю. А Каролина не видела, что идет в белую комнату Джонни Айва? Типа под ноги смотрит, а впереди ничего не видит? Сейчас будет рекламировать ипфоны новые. Даже не Айва уже как бы уволили вроде бы, если я ошибаюсь. Если оторвать ручку не помню. От двери, то замок сам по себе откроется. Нет. Чего это вдруг какой-то пацан способен проходить сквозь зеркала? Разве не только колдунья на это способна? А может, могут делать все чёчки с пуговками вместо глаз? Ты возможно. Придурок, да? Себе он летает. Почему бы тебе свой а вкусно как? Ключ всего один. Почему бы копию не сделать? Колдунья умеет все, но не может сделать копию ключа? Омлет и бекон на разных сковородках. Это уже слишком сложная магия. Но когда другая мама подходит, оба блюда уже на одной сковородке. А еще глаза маленьких привидений. Благослови вас Бог, вы спасли меня. Судя по всему, все дети одноглазые инвалиды. Выстрелы сладкой ватой не смогут сбить с ног. Они весят слишком мало. Да и девочка не это сможет твердая своим вата. Весом, кувыркаясь, согнуть металлические прутья. Твердая лестница сладкая вата. Лестница Бабинский прямо за Каролиной. Но в эти секунды лестницы там нет. Блин, как же круто все сделано в мультфильме. Ну он такой... Ну не ставим, он такой стрёмный, конечно, реально. Вот у... А где раньше были? Там помочь спастись, все такое. Они держали свою силу для финалки. Финалочки. Не дам я никому. Зачем было открывать колодец, если дырка в нем и так есть? Если анимацию дам сняли отдельно на зеленом фоне, а затем вставили на общий фон, то можно хотя бы со хромакеем нормально поработать. На эти края невозможно смотреть. Да ладно, не такой плохой хромакей. Нормальный хромакей. Че придрался-то? Тем более того времени. Вообще, хромакей придрался. Что поделать? Я тоже в хромакее вон сижу. Что поделать? Края такие, какие есть. Что он придрался? Я не говорила, что он чокнутый. Он пьяница. Блин, великолепный. Великолепный мультфильм, великолепная анимация. И, блин, самое смешное, все грехи идут 9 минут, а все плюсы идут 20 минут. Это что тогда значит? Это что тогда значит, ребята? Поэтому будем ждать. Точнее, вы ждите, а я в скором времени уже посмотрю. Все, ребят. А что я это говорю и не остановил видео? Ну ладно, я вас все равно это остановил. Все, ребят, что я могу сказать? Всем удачки, всем пока.